Так, всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, что же делать, если формат папка формата RVP не грузится. Вот сейчас на примере покажу. Бывают такие моменты. У меня раньше тоже частенько такое было. Так. Открываем. Пробуем. Вот. Вот такое окошко всплывает. И у меня раньше тоже так же было. Я думал, ну все, хана. Ну, не грузится. Так вот. Что же делать в таком случае? А в таком случае делается следующее. Выбираем тот файл, который мы скачали, да? Находим его. Вот. Допустим, вот это у меня. Что мы делаем дальше? Мы этот файл переименовываем. Формат zip. Пишем zip. Все. Сохраняем. Да, мы хотим. Ну, у меня он тут уже есть. Ну, бог с ним. Все. Теперь дело техники, как говорится. Открываете этот. Извлекаете, куда вам нужно. Вот. Где вам удобно будет. На рабочий стол сейчас его кину. Вот такие вот дела. Так что, если у вас вот такая же проблема выходит, не переживайте, просто не открывается файл. Берете эту папку, переименовываете в zip и открываете простым архиватором. Все готово. Ну, я не буду, конечно, никаких манипуляций производить. Я просто вам покажу, что дальше нужно делать. Вот она у нас, эта папочка. Все. Вот, открываете. И дальше просто заходите в корень папки. Открываете ассеты. Ой, ассеты. И кидаете эту папку в ассеты. Все. Больше делать тут ничего не нужно. А дальше в редакторе находите вот этого автора, выбираете и ставите там, что вам нужно. Вот как-то так. Надеюсь, я вам помог. Ну а в следующем видео я расскажу уже о том, как ставить картинки. Я уже подготовился к этому. Отсутствующие картинки локомотивов, да, или же отсутствующие картинки маршрутов. Бывают такие пустые пробелы со значком, пустые поля. Ну, покажу тоже, что все довольно-таки просто делается это. Желательно, конечно, чтобы был у вас Photoshop маломальский какой-нибудь, потому что файлы, картинки, изображения нужно будет сохранять в формате PNG. Ну ладно, сегодня речь не об этом, а о том, что же делать, если, извиняюсь, у вас не грузится формат RVP. Переименовывайте в zip, а дальше распаковывайте и кидайте папку прямо в корень. Все.